Тротуар возле филиала детской городской больницы со временем пришел в негодность. Общественники обратились к городским властям с просьбой привести территорию в порядок. Сотрудники ремстроя демонтировали старую плитку и уложили 35 квадратных метров новой. Нами был по новой произведено устройство тротуара из новороссийской плитки. Довольно качественная плитка. Вот, будет служить долго. В общем, в принципе, все объекты, которые мы делаем по городу, из данной плитки. Помимо удобного тротуара в микрорайоне появятся новые скамейки.